Так, ребята, сегодня такие вот у Вовчик ассортимент. Лень, лещ, красноперый. Лень на килограммчика 2, наверное. Ну, красноперый. Ну и закинул один спиннинг на живца, на щуку. Что хотелось бы добавить до такого ассортимента. Вот там вот поплавок плавает живцом. Ну и поплавок на червя. Як би, возможно, ще ліньок клюне. Якось так от. Дивимось відео, підписуємось, ставимо лайки. Ребята. За лайки буду благодарний. Ну і пишіть коментарі. Всі коментарі, в принципі, я читаю і всім відповім. Ну, а там от щука скидується. Можна буде живця туди перекинути. Оп. Живец на поплавок и на щуку.
Ох, ребята, краснопер. Конечно, да. Не знаю, сколько тут по весу, но здоровяк. Здоровяк. Хороший. Краснопер, конечно. Ленек, краснопер, лещ. Ну, ассортимент хороший. Вот так вот. Ну, еще бы щуку добавить. Как бы так вот. И проблема червя уже не осталась практически. Все позъедали. Как бы так вот. Лещик, лещик тоже хороший. Thank you.
Красноперы, ребята, это жесть. Ой. Хороший. Ё-моё. Это капец. Таких красноперых у меня не было, если честно. Сколько тут килограмм? Шустренький. Шустренький. Краснопер. Конечно, ребята, вот такие вот красноперы попадаются. Хороший. Ой. А щука не хоче клювати. На красноперого. Так. В итоге сегодняшний улов, ребята. Красноперый. Где еще один был? Надо искать его. Еще десь краснопер есть. Спрятался. В итоге ленек. Хороший красноперчик. И еще здесь есть краснопер, не знаю. Надо, короче. А, вот он, ребята. Вот он. Еще один краснопер спрятался. Вот он, зараза. Так, на щуку живец плавает. Все хорошо. О, бляха, красноперы, конечно. Я таких не встречал. Такие. По грамм 500, ну точно есть. Ух ты, красота. Просто бомба.